Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Родина Ролиплей, Центральный Округ. У них здесь Кирилл Путбулу, вы не забывайте вводить мои регистрации. Итак, сегодня у нас новая серия. Те, кто смотрит внимательно все мои серии, тот поймет, где я сейчас нахожусь. Это то место, где я обнаружил, короче, трамплины. Трамплины, на которых можно попрыгать на машинах, короче. Я в прошлый раз прыгал на своем Мерседесе AMG GT, а в этот раз решил взять уже отдельно посвятить этому серию, именно взять самую быструю машину на сервере и, в принципе, так сказать, погонять по этим трамплинам. Кстати, видите, здесь много... Ах, в смысле, кто по мне стреляет? Мне показалось, ли кто-то по мне стреляет. Кому делать нехуй, алло? Чё за прикол? Вообще кто-то попутал рамсы, что ли? Окей. Хорошо. Чё там, проблемки у кого-то, а? Кто-то, блядь, рамсы попутал? Или чё, я не понял, блядь. Куда он съёбывает, а? Видели, по мне кто-то шмалял, сука? Вообще охуели. Выебу, блядь, как эту тёлку просто. Я отсюда попаду, блядь. Оп, попал. Смотри, какая гнида уехала, сука. Пострелял меня со снайпы, походу, и уехал. Блять, я же никого не приехал. Вот бесит реально такие люди. Я просто приехал в лес покататься на трамплинах, никого не трогал. И, блять, меня просто начал какой-то долбоёб стрелять в мою машину. Ну, такое себе на самом деле, блин. Просто пиздец. Ладно, короче, не будем обращать внимания на этих долбоебов таких, которым мне хуй делать, не лишь бы подэмить кого-то и все. Так, вот, короче, хотите дэмить, сука, идите с этого, слендера ловите, нахуй дэмьте, блядь. Они, блядь, обычных игроков. Вот эти, короче, трамплины, они разных позициях стоят, в принципе. Вот это, наверное, самый жесткий. Давайте я прям до конца пробую доехать и посмотреть, есть ли здесь еще трамплины. По-моему, были еще трамплины, если я не ошибаюсь. По-моему, где-то... Хотя нет, походу... Нигде больше его нету, да? Ой-ой-ой, это плохо. Вот это прям плохо. Так, давайте я пока временно припаркую машину вот здесь. Заведу ее. И выйду отсюда нахрен. Потому что, видите, я в воду заехал, во-первых. Во-вторых, она... Если я выйду с тачки, она пропадет. Это такой баг криминалки, в принципе, поэтому... Да, пришлось припарковать мою машину в этом месте. Но сейчас мы поедем к трамплину. И я припаркую его возле трамплина хотя бы, чтобы недалеко было так бежать. Давайте вот наш этот первый будет трамплин, по сути. Давайте прям вот здесь я припаркую машину. Все, заводим. Короче, давайте, погнали. Первый наш трамплин. Так, вот такая у нас должна быть координация, по сути, да? Все, и давайте вот таким тэпом, в принципе... Мне кажется, я смогу врулиться сюда, если я отсюда разгону вот так вот возьму и типа прям на трамплин. Давайте попробую, что все равно, если что, машина заспавнится возле прям трамплина. Так, разгон, разгон, разгон. Я вот нихуя не вижу на самом деле. Во. Так, первый трамплин есть, хорошо, поехали дальше. Будем вот так вот ехать и по всем трамплинам прыгать, в принципе. Воу, вот это уже жесткий трамплин был. Ай, я ремок еще купил, поэтому все будет нормально. Там есть еще один трамплин, но я не знаю, мне кажется, от него толку особо мало. Но под конец потом на нем прыгнем. Погнали еще на этих попрыгаем. Блин, ну это довольно-таки весело, я вам скажу. Хотя можно эту хуйню... О, можно их сбивать, кстати. Да. Если что, знаете, что их можно сбить даже. Я не знаю, что это за контейнеры, зачем здесь трамплины стоят, но, блин, я нашел им применение, короче. Так, для тех, кто захочет попрыгать, если что... Блин, мышка, давай, алло. Так, это место находится... Давайте, как я вам объяснить. Вот, короче, есть здесь дорога такая, вот. Поворот, короче, в Бусаево, вот здесь дорога, здесь такая, вот. Недалеко от Анашаны, короче. Но я думаю, вы разберетесь, в принципе. И вот здесь есть трамплины, и вы можете на них попрыгать, кто хочет, поэтому... Не знаю, мне вот честно нравится такая тема, прикольно попрыгать, потому что просто кататься, да, это тоже нормально, но вот попрыгать таким образом, я думаю, это довольно-таки круто.
Так, разгоняемся. Следующий трамплин. Попробуем немножко в ту сторону прыгнуть. Прям, ой-ой-ой-ой-ой. Прям, вот это было прям жестко, но это было красиво, согласитесь, прям. Ну и вот этот трамплин есть, короче, ну, я думаю, мы его напоследок используем, хотя с дымом, по идее, ж нельзя ездить, да? Давайте туда ремку возьму, что ли. Потому что, ну, у меня еще 3 ремки в багажнике есть, как бы, по-моему, поэтому. Так, одну ремку берем. Все, и закрываем багажник. Так, все, садимся, чиним машину и давайте еще пару раз попробуем. Не будем на это зацикливаться, возможно, поедем еще боком разодим, как бы. Потому что сегодня такая будет насыщенная серичка, можно сказать, тем, что я редко таким занимаюсь, как бы, да. Но я не видел, чтобы кто-то вообще таким занимался на машине, прыгал по трамплинам на родине именно. Не знаю, как на других проектах, на родине я такого на самом деле не видел. Поэтому я думаю, это будет довольно-таки интересно посмотреть. Ай, развернуло. Так, ну ладно, погнали, короче. Включаем, а нитро нету, ладно, давайте без нитро тогда попробуем. Так, оп. Оп. За счет того, что у нас чип стоит, у нас тюненная машина. О, нитро включилось. Так, и оп. Нам пизда. Или нет, или да, или нет. Нет, нам не пизда. Это нас радует. Так, разгоняемся. Давайте попробуем здесь хотя бы, не знаю, прыгнуть как-нибудь. Вот. Ах ты, вот какой-то подвох. Тут еще вниз идет, короче, обрыв, я так понял. Поэтому, да. Не, ну, блин, интересная тема. Давайте сейчас попробуем 3 раза подряд их пройти. Вот именно 3 раза подряд без остановки. Да, я думаю, это будет довольно-таки нормально. Так, надеюсь, меня админы за такую езду не хлопнут, потому что... Ну, я же по бережку катаюсь на трамплинах. Да, нормальная ситуация, просто чувак на BMW прыгает по трамплинам, в принципе, каждый день такое вижу. Поэтому, ладно, я же все понятное дело, что это ненормально, но я думаю, в этом ничего такого прям сверхплохого нету. Как бы, да, это довольно-таки не по-рпешному, но надо же как-то развлекаться, пацаны, я думаю, вы это понимаете. Так, давайте, оп. Так, надо встать на колеса и продолжать езду, так. Езда. И оп. Так, давай, аккуратненько. Едем дальше и... Почти. Просто почти, пацаны. Почти у нас это получилось. Давайте еще раз повторим. Все, у нас остается последняя ремка. Сейчас мы последний раз попробуем и поедем уже, так сказать, понаваливаем бочком. Так, все, последняя попытка, пацаны, и потом уже будем ехать валить бочком. Так, подпрыгиваем. Ой-ой-ой, что вот это неудачно было, на самом деле. Прям максимально неудачно. Так, давайте, значит, перепробуем этот момент. Так, давайте прыгаем еще раз. Оп. Вот это уже лучше. Так, погнали. Так, на 2 колесах едем, разгоняемся. Давайте. Давай. Опа. Блин, только не в дерево, пожалуйста. Так, разгоняемся дальше. И... Есть, пацаны, у нас получилось просто реально идеально. Все, теперь можно ехать, спокойно дрифтить по городу, по разным дорожкам и так далее. Так, все, выезжаем, поехали, короче, покатаемся, подрифтим. Я думаю, трамплины хорошо, но навалить бочком это еще лучше, поэтому погнали. Давайте пробуем подрифтить. Кстати, довольно-таки хорошо, вот бэха идет, это прям по дрифту вообще очень хорошо. Но я еще к ней не привык, чтобы прям охуенно дрифтить, поэтому, если будут косяки, пацаны... Не обращайте внимания, потому что на каждом сервере разное управление, в основном на машинах, это именно касается чипов. Если стоковая машина, то они все одинаковые, если машина на чипах, то управление уже совсем довольно-таки другое. И, ну, а так бочком, в принципе, нормально, чувак по встречке хорошо валит, молодец. Так, поворачиваем, оп, заебись. Так, сейчас выйдем прямо на трассу, в сторону Батырева, в принципе, мне нужно как раз машину будет... припарковать. Ну и по дороге как раз сейчас будем дрифтовать, чтобы уже дома машины парканул. Ох ты, молодец, по встречке ездишь, прям красавчик, блять, на Infiniti просто. Да, конечно же, это сарказм, так делать не нужно, пацаны. Так делать реально не нужно по встречке. Я тут дрифтую, немножко на встречку вылетаю, но я сижу на дороге, во-первых, во-вторых, я потом возвращаюсь. Я там на секунду вылетаю на встречку и все. Сейчас потока такого нету, хотя сервер почти полный, серьезно, вот я заметил, что до 10 часов вечера постоянно сервер полный, реально 500 просто, постоянно.
Не знаю, как там на южном округе, на северном, но на центральном именно всегда до 10 часов вечера именно вот такая, такой онлайн, забитый просто сервак полностью, короче, поэтому, да, вот, вот за это я вам говорил, пацаны, это не обращайте внимания, я еще к качке толком не привык. Так, давай, давай, раскочегарим тебя, хорошо, сама нарвалась, курва, давай. Опачки, опачки, давай, опачки, папочки. Тут по встречке хуярит таксист. Дядя, ебать, ты где права купил? Опа, поворачиваем, заебись. Так, продолжаем, короче. Так, давай, опачки, тапочки. Главное, сейчас смотрю, машину не разбить, потому что у меня ремки уже нету. Я последнюю ремку потратил, когда выезжал из леса и тоже зацепил заборы и сломал дверь. Но это не важно. В принципе, да. Ну что ж, я думаю, на этом будем заканчивать. Вот такая вот ночные приключения, ночные покатушки по трамплинам. Повалили бочком немножко, прокатились. Я думаю, это довольно-таки круто было. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока. I'd be crying all night, 'cause I was from the